давайте начинать. Поприветствуем Яну Корженевскую из компании Propeller Ads. Яна расскажет о том, как наращивать компетенции, перенимая опыт у своих коллег. Яна. Спасибо большое за представление. Всех рада видеть, добро пожаловать. Надеюсь, что ближайшие полчаса мы проведем с пользой друг для друга в приятном таком общении. Выступление мое пройдет в формате минут 25. Потом у нас будет возможность позадавать вопросы, так что копите, если такие появятся по ходу выступления. А сейчас начнем. Тема моя звучит как «Развивая ближнего своего» и такая немножко философская, поэтому для начать я хотела бы с такой вот притчи. Звучит она так. Свинья однажды пожаловалась корове, что якобы к ней плохо относится. «Ведь я даю больше, чем ты. Кожу, окорока, отбивные, даже ножки варят, и после всего этого меня не любят. Почему так?» Корова задумалась, через некоторое время ответила. Как вы думаете, что? Любые догадки. Это притча. «Дает молоко, не убивая себя». Философски. Стратег. У меня долгосрочная такая перспектива. Да, да, ну вот повторяю как раз, что работает в долгую, да, корова. Еще есть варианты? Ну тогда не буду вас долго сильно томить, отвечу. А корова ответила следующее. Может быть потому, что я все даю еще при жизни? Собственно, к чему это я все веду? А к тому, что у каждого вашего сотрудника на рабочем месте есть багаж ценных знаний, умений и навыков, и остается лишь стимулировать их к тому, чтобы этими знаниями делиться максимально в свой период жизни в компании. Да? И у нас, как у HR, задача это максимально этому способствовать. Ну, собственно, как мы делаем это в нашей компании, сейчас расскажу. Вот у нас есть такое рекламный постер, сами мы тоже рекламный нетворк. Называемся мы Propeller Ads, а в свою очередь я представляю компанию AdServer, которая является таким вот мозговым центром, местом, где сконцентрированы все разработчики. Находимся мы вот в Петербурге, а сама компания, головной офис, находится на Кипре. У нас есть вот мы, платформа рекламная, да, но у нас тоже есть свой такой рекламный постер, который звучит как «Hands off, let smart technologies do the trick». Ну вот мы в Петербурге как раз работаем с теми ребятами, которые развивают те самые smart technologies. Каким образом? Сейчас поподробнее расскажу. Прежде чем рассказать о нашей практике, вспомним немножечко классику. О чем это я? Собственно, о традиционной пирамиде, о том, как люди вообще приобретают какие-либо знания и умения, да, то, как они вообще наращивают свои скиллы. Но прежде всего, это те 10% теоретического обучения, там верхушка нашего айсберга, да, 20% обучения от других, то, что мы называем, и на 70% непосредственно работа над своими рабочими задачами. Так вот, я за свою практику в качестве HR и T&D в компаниях, и в принципе наблюдая за тем, как компании реализуют свою стратегию, да, по обучению сотрудников, я заметила, что вот этот блок, 20% обучение от других, он некоторым образом недооценен. Да? Поэтому в нашей компании мы стараемся максимально брать из него всю пользу. Ну, собственно, нашу вот эту встречу я хотела бы построить по такой модели проблема решения, да, то есть я обозначу несколько там глобальных, несколько локальных проблем и расскажу, как мы с этими задачами справляемся. Вот проблема первая, она тоже глобальная, такая проблема печатной машинки, свойственна особенно для IT-индустрии, когда учебники устаревают еще до того момента, когда успевают выйти в печать. То есть вот нет источника получения тех самых 10%, да, о которых мы говорили выше. Ну и вторая достаточно тоже глобальная проблема, с которой мы тоже сталкиваемся, я думаю, что и ваша компания тоже, это IT-специалисты теряют интерес, мы теряем IT-специалистов. Как вы понимаете, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы был такой исход, но тем не менее это, к сожалению, происходит. Но мы с вами собрались не для того, чтобы, да, обрисовывать проблемы, а скорее для того, чтобы нащупать решение, вот, что мы в свою очередь предлагаем. В качестве решения первой проблемы
создавать среду, которая поощряет постоянный обмен опытом. И об этом я как раз расскажу подробнее. Проблему вторую предлагаем решить не тем, чтобы нанимать больше девушек-разработчиков, хотя это тоже может решить проблему скуки разработчиков на рабочем месте, но подразумевалось следующее. Мы вводим новые программы, даем постоянную обратную связь и максимально подогреваем интерес к работе. Но от проблем таких глобальных и общефилософских предлагаю перейти уже более к таким житейским, нашим, вполне конкретным проблемам. Что ж, знакомьтесь, это Алена, член совета директоров. Ну, естественно, у нее, как у менеджера, есть много на самом деле проблем, но одна из них звучит так. Проблема своего огорода. Что предполагается, что люди варятся в собственном соку, не видят, что делают соседи, и от этого очень много проблем, недопонимания, просто на фоне незнания того, чем занимаются ребята там в соседней команде, особенно если это команда, там, скажем, коммерческая, да, а не разработческая. Вот как мы подошли к решению этой проблемы, мы придумали историю, которую назвали «Скиллшеринг-сессии». Цель у нее, как вы уже поняли, обеспечить такое максимально равномерное представление о том, чем занимаются отделы и команды, и создать площадку для обмена лучшими практиками, опытом, вообще на самом деле чем угодно. Там дальше вот оно само собой развивается. Что такое, как это вообще происходит, какой формат? Это одночасовое выступление на всю компанию. С обязательным записью на видео. Ну, примерно вообще то, что сейчас у нас происходит. Да, человек выходит, выступает, мы записываем на видео, складываем это все в нашу базу знаний, чтобы впоследствии, да, люди, которые приходят в компанию после, могли легко найти, да, информацию и узнать вообще, что в компании происходит, кто чем занимается, собственно. Проблема, естественно, ни одна из инициатив никогда гладко не внедряется, и мы тоже сталкиваемся с рядом сложностей, но вот самые частые из них, то есть те, что я слышу, там, мне некогда, я вообще плохо выступаю, я боюсь, эта сцена это вообще не для меня, дайте мне код покодить. Да кому это вообще интересно? Вот это моя любимая. Когда мы вот вроде сидим, работаем, но вроде наша деятельность такая неинтересная, и вот мы что-то там делаем, и вообще зачем нам вообще об этом рассказывать? Как это можно, как с этим вообще бороться? Ну, во-первых, я никогда, ну, там, не пушу, да, людей, что давай там послезавтра выступай. Естественно, мы там в диалоге обрисовываем какую-то перспективу, когда человеку может быть максимально комфортно выступить, да, это может быть там после твоего отпуска, там, не знаю, после спринта, двух спринтов, когда угодно. Просто главное нащупать эту ячейку, да, и сразу поставить в календарь, тогда уже возникают некие обязательства, и уже дальше остается довести дело до конца. Что касается, да, я плохо выступаю, не проблема, мы всегда встречаемся, я помогаю с презентациями, мы делаем структуру, накидываем, что из, будет максимально интересно вытащить, да, из деятельности, репетируем, кому надо, и так создаем такую комфортную площадку для того, чтобы человек максимально удобно, да, выступил, комфортно для себя. Ну, а что касается там, да кому это вообще интересно, включаем весь свой шарм и обаяние, дар убеждения, и, ну, прежде всего, интересно лично мне, лично я, да, человек, который ничего не понимает вообще вот в специфике твоей деятельности, расскажи мне и мне подобным. Нас много. Вот каким-то образом это у нас работает. Немного цифр и такой небольшой лайфхак. А с скиллшеринги мы внедрили вот год назад, за это время прошла 21 сессия, то есть примерно там в промежутке там 2-3 недели кто-то довыступает с разной темой. Ну и лайфхак, если вы соберетесь внедрять в себя такую историю, для самого первого выступления нужно наделать шуму и так представить себе, как будто выступает настоящая рок-звезда. У нас такая рок-звезда есть. Я покажу, как мы делали анонс там, первого выступления. Друзья, всем привет! Всем урок от Радио Василий. Я Вася Петухов, Head of QA в нашей любимой компании «Пропеллер». 16 мая я вас зову сюда, на первый в истории компании «Скиллшеринг» по QA в 17:00. Приходите, будет весело, здорово. Не буду особо вдаваться в технические подробности. Отлично, just to fun, расскажу вам интересненькие новости про QA. Всем рок, жду вас здесь.
лайкайте эту новость, кто хочет прийти. Ну, я убеждена, что в каждой компании вообще есть такое полной харизмы герой. Да, у нас такой как раз руководитель службы QA. Вот. И, собственно, ведь все эти анонсы, они бывают разные, бывают текстовые там, или видео, любые, да, в зависимости от того, что комфортно спикеру. Мы размещаем, у нас есть большое такое преимущество, что у нас есть своя внутренняя корпоративная социальная сеть, куда можно постить любые новости. И, соответственно, все эти анонсы тоже появляются там. Ну и еще скиллшеринги у нас стали обязательным атрибутом после внешней конференции или тренинга. Да, если человек или там несколько человек у нас идут куда-то учиться, возвращаясь домой, они в обязательном порядке собирают вот тоже аудиторию, ну, точнее, вот, там, мы им помогаем это сделать, рассказывают о том, как все прошло. Если это там какая-то продолжительная история, например, тренинг, да, то они могут и прям поучить, да, если ну, чувствуют в себе силы. Но как минимум каждый пишет пост, опять же, в нашей вот этой внутренней корпоративной сети социальной. Ну вот, например, там, пару примеров того, как это вот самые недавние там, события произошли. И вот после нашей сегодняшней конференции я тоже напишу пост о том, что мне здесь понравилось, да, какие для себя инсайты я получила. Таким образом мы удваиваем, а то и утраиваем эффект от посещения внешних мероприятий. Что ж, двигаемся дальше. Есть еще один герой, знакомьтесь, это Костя. Он руководит всей службой наших продукт-оунеров. И у него тоже есть проблемы, естественно. Он говорит, что его продукт-оунеры не до конца хорошо понимают бизнес, да, для кого они делают, собственно, продукты. Он считает, что большинство продакт-оунеров выросли из разработчиков, хорошо знают технологии. Сейчас у них немножко другая роль, они являются связующим звеном между бизнесом и командами разработки и, соответственно, должны очень хорошо разбираться в том, как наш бизнес существует, вообще как мы зарабатываем деньги, какие там фичи принесут максимальный результат в максимально быстрой перспективе. Что мы придумали? Мы придумали программу, которую назвали PO Next Level. Вот, кстати, название — это тоже часть успеха, да, такое максимально такое какое-нибудь кудрявое и такое прикольное название. Вот можно включить вообще всю свою фантазию, что у вас, что больше у вас заходит. Вот мы назвали это так. В чем цель программы? Исходя из проблемы, да, которую мы решаем, мы стараемся сформировать у продукт-оунеров очень хорошее понимание того, как работает бизнес, и наладить коммуникацию с бизнес-заказчиками. Вот эта вторая часть, она была ну, не совсем там на повестке, да, но она была подспудной такой вот второй темой, потому что очень часто ребята варятся вот как бы вот в своем соку, говорят на достаточно разных языках, и мы хотели вот путем такого обмена, да, вроде как обучения, за одним наладить и коммуникацию. Формат. Мы называем это такие deep dive выступления от представителей бизнес-подразделений о специфике работы их конкретной команды, да, со всеми возможными тонкостями, уловками, да, как они ищут, например, клиентов, да, какая штука сработала, какая настройка, например, там, в рекламных кампаниях сейчас там, наиболее в тренде, да, и чем они вот купили своего заказчика, там, последнего, да, который там, не ушел к конкурентам, пришел к нам. Такой закрытый клуб, но он без анонсов и без всякого видео. То есть once in a lifetime, что называется. Проблемы тут с двух сторон. Одна — это со стороны бизнеса, что мне некогда. Они вообще не видят, честно говоря, пользы для себя, потому что они вроде как отдают и ничего не получают взамен. И вторая проблема исходит из самих продукт-оунеров, участников, да, ну, у них тоже. Там, у меня бэклог горит, я не приду, не могу, мне некогда вообще, отстаньте от меня, дайте поработать. Какие будут решения? Максимальное лидерство в части реализации этой программы. Распишите полностью весь план, договоритесь со всеми спикерами, с их руководителями, создайте структуру выступления, чтобы одни за другими, да, презентации происходили вот более-менее по одной структуре, так создастся вот ощущение целостности действительно программы, да, что это такой большой общий продукт. Проговаривайте, встречайтесь, постоянно напоминайте.
Ну и, конечно, не забудьте поблагодарить тех спикеров, которые потратили свое время и силы. Мы, мне кажется, очень часто забываем отдать должное и вообще просто выразить благодарность за все, что для нас делается, большое и малое. Вот это тоже очень важно. В конечном итоге они тоже рады, и они получают удовольствие от самого выступления, и, в общем, рады поделиться действительно. Ну и как бороться с самими продакт-онерами? Это просто будет только один раз, без всяких записей, у тебя не будет никакой презентации, негде будет ни посмотреть, ни ничего подчеркнуть. Поэтому если ты хочешь, уж найди, будь добр, этот час в своем графике, да, и приди. Вот каким-то образом это работает. У нас есть еще один герой, это Толя, он head of R&D. У него, как вы понимаете, много проблем, потому что он, в общем, руководит всеми разработчиками. Но одна из них звучит «скучают». Ребята нуждаются в постоянной подпитке новыми задачами. Находясь в одной команде, они постепенно погружаются в рутину, и я не хочу допустить их выгорания. В общем, как мы решаем эту задачу? Мы внедрили историю с вояджингом. Это призвано для того, чтобы ребята могли, с одной стороны, продемонстрировать свою экспертизу в пользу другой команды, а с другой стороны, примерить на себя чужие задачи. Ну, это очень интересный опыт в большинстве своем. В каков формат? Это временный переход из своей родной команды в соседнюю, да, на спринт, на два, в зависимости от того, ну, как позволяют обстоятельства. Проблема одна, свои просто не отпускают. Зачем? Потому что задач много, и там все расписано, один уйдет, и все встанет. Как мы решаем? Мы говорим, уговариваем, ищем свободный спринт, менее загруженный, скажем так. Но, то есть, опять, не настаиваем, мягко, аккуратно ищем компромисс. Нам это, слава богу, что удается. Один пример. 7 кейсов вояджинга было у нас за последний год, то есть такого парного перехода. Один из примеров — вот наши замечательные разработчики Леша и Илья. Леша за время своего вояджинга освоил базовые задачи DevOps и научился правильно писать юнит-тесты. Илья, в свою очередь, вообще произвел фурор. Он пришел и за время своего вояджинга написал очень сложную фичу, с которой вот команда принимающая не могла справиться. Ребята были в полном восторге. Вообще, он просто свежий его взгляд. Ну, естественно, глубокая экспертиза вот помогли так с этим всем разобраться. Ну, у Толи, как я говорила, много проблем. У него все разработчики. Одна из историй. Мы вообще работаем по Agile, считаем, что в такой классической версии. Мы недавно внедрили институт скрам-мастеров, который призван, в общем, улучшить работу во всех командах. Но скрам-мастера сами, они нигде не водятся, да, и их нужно тоже взращивать, как и всех остальных. Мы тоже придумали программу с кудрявым названием Scrum Masters Drive, которая призвана развить вот эту новую категорию сотрудников, ту самую, замотивировать, ну и вообще проявить заботу о профессиональном развитии ребят в их пользу, да, и в пользу команд, в которых они работают. Формат, тут вообще много чего мы делаем. Это, прежде всего, регулярные встречи, обсуждение книг по теме, лекции от руководителей и бадинг. Вот пример, я вам чуть попозже о нем как раз расскажу. Проблемы вообще простые. Не приходят и не читают. Просто, ну, как ни старайся, не заставить. Что с первым мы делаем случаем? Мы общий чат, напоминалки, календарь, но очень важная интересная адженда. Да, потому что все равно это вот такая полуразвлекательная история, и нужно именно заинтересовать интересным контентом, да, чтобы они пришли на что-то вот, что их покупает. Либо придумать интересный формат. Да? Ну и если вы как HR это модерируете, это вот в данном случае делаю я, то нужно быть готовым, что вам тоже нужно все читать, все изучать, вы максимально погружаетесь в тему, потому что придумываете задания. И эти задания, когда они выполняют, они должны быть групповыми, чтобы каждый там кусочек что-то знал, и вместе это складывается в какую-то целостную картинку. Ну, естественно, не обошлось и без фейлов. Вот тоже хотела вам рассказать. Вот тот самый бадинг был как раз-таки фейлом. История была простая. Мы хотели, чтобы ребята, вот, которые в этой программе скрам-мастеров занимаются, они на течение 2 недель посетили бы agile ритуалы там, у
своего body, да, то есть все, что, все там daily, planning, grooming и так далее. Понаблюдали, дали обратную связь. И так улучшили друг друга. Но в итоге лишь одна из шести пар полностью справилась с заданием. Все остальные вот просто профилонили. Почему так случилось? Я считаю, что это ну, в большей степени моя собственная, ну, такая, мое собственное упущение, потому что мы недостаточно хорошо это модерировали, на самом деле. Немножко пустили это на самотек, а поскольку история это новая, сами они это не сделают. Поэтому это нужно постоянно вот держать на контроле. Ладно, фейл был не один, был еще один с книжным клубом. Ну, вообще неразрешенная история, боль, можно сказать. Хотели очень простую историю, организовать такие дискуссионные клубы, когда бы там все люди читали одну книжку, приходили, обсуждали вообще, как им, что, какие впечатления. Не работает. Вообще не работает. Просто, это просто ужасно. Это настоящая боль. Единственное решение, мы до сих пор думаем, на самом деле, если у вас у кого-то есть хорошая практика, и вы готовы поделиться, я с радостью послушаю, потому что мы уже все передумали, переломали голову. Единственное, что видится, это когда только кто-то один читает, да, книгу и всем остальным рассказывает. А не заставлять всех читать. Но если там, у кого-то эта тема отзовется, он уже найдет ее, да, и прочитает, там, скачает и так далее. Вот единственное. Если есть хорошие там, лайфхаки, хаки, я с удовольствием послушаю. Ну и в качестве итога. Такие четыре мысли, с которыми я хотела бы вас оставить. Прежде всего, цените ту экспертизу, которая уже есть у ваших людей, потому что вот именно благодаря ней они приносят максимальную пользу, и пусть они ее распространяют. Создавайте тем самым развивающую среду в своей компании. Ну и будьте настоящими HR-ами, да, которые не только ищут и находят классных людей, но еще и помогают им развиваться в компании, потому что ищете вы их все равно меньше, чем они работают в компании, ну или, по крайней мере, так, наверное, хотелось бы. Ну и возьмите максимум от любых внешних активностей, чтобы получить максимальный эффект от любого внешнего мероприятия. На этом все. Спасибо. Тут есть мои контакты. И всегда рада общению, если вообще просто поделиться, поболтать или там, посоветоваться. Я с удовольствием. Спасибо вам большое. У нас есть целых 8 минут на вопросы. Супер. Ну, в качестве нулевого вступления, я так понимаю, вот про практику вояджинга, взаимозаменяемые технологии, языки и все остальное, да? А вопрос следующий. Вот когда вояджинг закончился, и вот тот умница, который что-то такое ценное написал, у вас не возникает внутренней конкуренции в борьбе за свои же собственные ресурсы? Ой, какой хороший вопрос. Вы знаете, я просто над этим не задумывалась, честно говоря, но судя по тому, как вот ребята вообще общаются и как это все происходит, это такая очень, если возникает эта конкуренция, то она очень здоровая, которая просто говорит, блин, он такую классную штуку умеет, дай-ка я тоже научусь. Вот в этом плане, да, но я не слышала такого ни от ребят, ни от руководителей, что они там типа кипят и там как-то так, нашелся самый умник там и такой. Не хотят отпустить и будут... Да, давайте у нас останется. Ну, конечно, а как вы думали? Конечно, такое иногда они и сами хотят остаться. Ну, честно говоря, в процессе там у нас много чего меняется, и на самом деле команды переструктурируются периодически. И вот такой опыт, он помогает правильного человека быстро поставить правильную новую команду. В этом смысле, да. Они бывают одна- и двухнедельные, в зависимости от команды. Больше однонедельные. Видимо. Добрый день. Ян, спасибо за презентацию. Меня зовут Екатерина, компания CRT. Такой вопрос. Вот HR, там вы или кто-то из вашей команды, это выделенная команда, которая занимается именно такими программами, или они, ну, сами HR параллельно что-то ведут? Я, в общем, хочу спросить про ресурсы HR, особенно по программам, которые требуют постоянной модерации, напоминания, наполнения, удержания. Сколько у них процентов времени это занимает, как это выделяется? Ну, вообще, вот конкретно вот эти все вещи — это чисто мой кусок, потому что пришла я в компанию отвечать за два блока, это T&D и Communications, в принципе, там все ивенты тоже, они на мне. Да, да, я полностью веду, но, правда, сейчас я еще расширила экспертизу, я еще забрала кусок, связанный с C&B,
Вот. Но это классно. Просто действительно стоит это делать, и ты получаешь действительно удовольствие от того, что ты что-то новое придумываешь, что ты вот с ними там как-то крутишься, вертишься. Вообще сам обогащаешься, это первое. Второе, и действительно ребята это ценят, это видно. Поэтому... А можно, пожалуйста, микрофончик? А, или он... Да, вопрос был о том, да, что есть, несмотря на то, что мы хотим, есть еще там есть какой-то свой основной кусок, который тоже нужно делать. Так и живем. Здравствуй, меня зовут Полина, я из компании Медиатех. Очень приятно. У меня такой вопрос. Сколько у вас работает вместе? Один ли это HR? Угу. И сколько вас обслуживает? Ну, такой проект у вас много? Смотрите, этот проект, вот эти все вещи, это все моя история. Есть у нас еще полтора рекрутера, и девочка, которая занимается кадровым администрированием. Есть девочка, которая занимается всякими HR-проектами. Это просто связано с тем, что у нас хед-офис на Кипре. Да? Вот, и HR-директор. Такой вопрос. Я знаю, что еще ребята, Анатолий и Максим у вас из компании, они начали IT без радио, это не ведут ребята, они начали, потому что было мало, или после того, как вы ввели, как это вообще параллельно получилось, как они успевают, и есть какие-то переклички с компанией, или они просто начали это? Класс, спасибо за вопрос. Очень здорово, что вы знаете наших ребят, они действительно так вот в IT-тусовке такие достаточно яркие, активные личности. У них есть свой проект, называется IT без радио, но это их личная инициатива. Иногда бывает, что мы какие-то совместные такие истории делаем, например, митапы, да, какие-то они могут быть там с их, под их эгидой, что ли. Но в целом это независимые проекты. Вот. Это просто вот они так хотят, они развивают такое IT-комьюнити сами в рамках своих личных инициатив. Мы, в общем, этому никак не препятствуем, даже, в общем, рады, что такая история. Поэтому вот так. Очень приятно, что вы знаете. 2 минуты остается, время для одного вопроса еще. Пробежка. Она полезна сейчас, вот прохладненько немножко. Так Яна, что... Яна, спасибо большое за доклад. Я ваша коллега, можно сказать, из Кипра. Вот хорошо знаю компанию Propelerets. И очень интересно было послушать про вот этот voyaging. Да? Вопрос такой, как получалось у тебя убеждать проекта или продукта отпустить своего разработчика в другую команду, да, на тот спринт, потому что сразу же возникают вопросы, это же бюджет, он же знает проект, и почему я должен тратить время на какого-то другого разработчика, который будет внедряться в этот проект, и там, вот этот вопрос интересует. Ага, спасибо за вопрос. Тут комплекс факторов. Во-первых, есть Толя, наш вообще замечательный, незабвенный. Толя, у которого много проблем. Естественно. Ну, то есть у него есть как бы внутреннее желание, да, максимально вот наладить работу вообще всем R&D, да. Поэтому это, конечно, его история, его большое желание. И это благодаря ему получается действительно вот убеждать и так далее. Ну, просто у нас еще специфика работы в том, что у нас скорее, у нас product owner'ы, да, курируют работу команды, у нас нет проект-менеджеров таких или продакт-менеджеров, да, которых как бы линейно подчиняют себе разработчиков. Поэтому структура плоская в этом смысле. Вот переходы плюс там на бюджет это не влияет. Это влияет на задачи. И если там стек технологий подходит, то есть это просто некое нежелание команды отдать своего. Вот. И скорее проблемы они больше такие психологические, нежели чем там финансовые или технологические. Вот. Поэтому убеждаем, просто ищем, не навязываем, ищем свободные там спринты и так далее. И основной результат — это они вдохновляются, то есть это какой-то новый опыт, и они как бы перестают скучать. Да, помимо того, что они еще и умудряются помогать команде самой. Да, потому что очень часто у нас бывает, что там начинают ходить по собеседованиям, мы там краем уха, глаза видим, знаем, что есть. Вот. И мы их стараемся как бы приободрить, что у нас тоже классно и интересно, это правда. Вот, действительно, продукт сложный, и правда, им нравится в нем ковыряться. Но главное, чтобы они сильно долго на одном участке не сидели. Окей. Поэтому все. Спасибо большое. Спасибо большое, Яна.
Опять же, если вопросы у кого-то будут, я думаю, да, Яну можно, конечно, в кулуарах найти. Да, спасибо большое. Сейчас обед. Приятного аппетита. Спасибо, да, приятного.